Власть — это деньги, женщины и слава. От них затмился многим горизонт. Соперничество может обезглавить. А если не так, какой же в ней резон? Если бы в нас истина цвела, понятно, говорю, как раз о Боге, какие бы за ней пришли дела, какая память сразу на подходе. И власть мужа над женой еще в раю завещана всем нациям повсюду, и власть родителей всем без нее каюк. Без строгости Ленин стал ублюдком. Священство власть, епископ над попами, над ними почему-то царь или мамона. Тиран свирепствует и рвет живых, как падаль. Гигант усатый зародился в гноме. Власть есть над слугами и присными рабами, как правило, жестоко, беспощадно. Переворот им гонору убавит, когда безуздным делается стадо. Нужна всем власть едина на потребу, когда великий Бог над нами восседает. Он самодержец, как угодно треплет, и собирает пост с молитвой. Дани. Признала ли власть Христа из Назарета? Он будет мир в конце концов судить. На то, что смерть он выставил запреты. Он, равный в Троице, Спаситель наш один. Над чревом власть, когда бушует страсть, страх перед Богом сможет обуздать, поможет выстоять и, отступив, не пасть, и после с благодарностью возримся вспять. Любую власть для Бога понести, пусть только кары Божия не тронет, а если не так, готовят пусть кресты, а отступником не будь, не будешь проклят. 15 февраля 2007 года.